На сегодня использование VPN уже стало необходимостью, но постоянно держать его включенным не очень удобно, и батарея быстрее садится, да и иногда нужно зайти в сервисы, где VPN не нужен. В этом видео я расскажу о том, как легко с помощью стандартных автоматизаций в iOS сделать так, чтобы VPN включался в нужных приложениях автоматически, а затем выключался. Вы на канале Яблок, меня зовут Никита, давайте начнем. Необходимо сказать, что недавно я уже делал подборку из нескольких хороших рабочих бесплатных VPN-сервисов, но никто из них, да и на самом деле большинство VPN-ов, которые существуют, не поддерживают работу с приложением команды в iOS. Хорошим вариантом в этом случае является VPN от компании Edgard, который с командами работает как надо. Он в целом платный, но есть бесплатный пакет на 3 гигабайта в месяц, который доступен сразу после регистрации. Для использования в одном-двух приложениях вполне отлично подойдет. Предварительно скачайте его из App Store и запустите, чтобы профиль приложения был установлен. Итак, переходим в приложение команды, в раздел «Автоматизация». Тапаем на плюсик вверху, выбираем «Создать автоматизацию для себя». В открывшемся списке открываем пункт «Приложение». Здесь выбираем то приложение, при открытии которого вы хотите, чтобы включался VPN. Нажимаем вверху на кнопку «Готово». В новом окне нажимаем «Добавить действие» и вводим название VPN-сервиса. У нас это, соответственно, Edgard. Находим его и нажимаем «Настроить VPN-соединение». Действие должно называться «Включить VPN-соединение». Нажимаем «Далее». В следующем окне деактивируем ползунок рядом с параметром «Спрашивать до запуска». Теперь нужно сделать новую автоматизацию для закрытия выбранного вами приложения. Проделываем те же шаги, только на пункте с добавлением действия нажимаем на «Включить VPN», чтобы сменить опцию на «Выключить». Готово! Надеюсь, это видео было вам полезным. Пока!